Приморском крае действует новая мера поддержки. Рассчитывать на нее могут граждане, призванные в рамках частичной мобилизации в соответствии с указом президента Российской Федерации. Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики Приморского края, в регионе по поручению губернатора Олега Кожемяка введена единовременная материальная выплата для мобилизованных граждан в размере 150 тысяч рублей. Она будет назначаться в беззаявительном порядке и перечисляться на лицевые счета после предоставления войсковыми частями сведений о мобилизованных лицах. Единовременные выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда правительства Приморского края. Получить консультацию по выплате мобилизованных и члены их семей могут по телефону 8 423 239 38 48 в рабочие дни с 9 утра до 18 часов.